Друзья мои, добрый день, доброго имени суток, с вами Сергей Пикапов. Хотел поделиться с вами какой-то вот приятной такой новостью. Вот сегодня зашел на свой кошелек blockchain.info и с удивлением смотрю, что у меня за последние две недели только одни приходные операции на мой кошелек. Вот это вот первая неделя, это вторая неделя практически, да, вот только вот есть пару таких вот транзакций, которые вот минусовые. А так вообще вот только плюс. Видите, вот зденьки это означает только вклад, приходные операции. То есть денежка приходит, все замечательно, все здорово, да. Биткоины работают, и это круто. Давайте вот немножко вот в двух словах объясню. Вот видите, вот еще буквально вот несколько вот транзакций. Они сейчас находятся в стадии подтверждения. Подтверждение вот пам-пам-пам-пам-пам, да, вот 2, 3, 4, 5. 5 транзакций в стадии подтверждения находятся. Вот это вот расходная операция. Только что я оплатил еще раз услуги облачного майнинга на вот такую сумму. Это еще $32. И вот все остальное это ко мне приходит. Итак, давайте вот расскажу, как просто так, ну вот, практически не вкладывая свое времени, но вкладывая свои деньги, можно заработать в интернете. Итак, первое, что вам надо сделать, во-первых, познакомиться, что такое биткоин. Буквально вот месяц назад, когда я познакомился с этим понятием, он стоил тогда, вот давайте я сейчас выделю мышкой, он стоил тогда не $320, как сейчас, да, он стоил $245. Буквально за месяц он стал стоить 320. 320 вместе, минус 245, это получается $75. То есть, грубо говоря, если бы вы купили биткоин, один биткоин месяц назад, и сейчас бы его продали, вы бы заработали уже просто-напросто, ничего не делая, $75. Но это, конечно, понятно, это интересно, да, но как сделать так, да, чтобы у вас вот было нечто подобное, да, вот когда ваши денежки, да, в долларах постоянно приходят к вам, да, вот, и вот постоянно, вот видите, вот, увеличиваются, увеличиваются, увеличиваются в цене, и потом они приходят к вам на кошельки. То есть вот транзакции, которые входные, да, вот пришло столько биткоинов, столько, да, классно, здорово, замечательно, но как это сделать? Первое, что я могу посоветовать, это зарегистрироваться на сервисе Yobot. Дальше. Ссылочка, кстати, на этот сервис будет прямо под этим видео. Дальше. Не забываем регулярно заходить на вкладочку «Продукты». Тут есть вкладочка «Faceset». Нажимаем на нее. И здесь мы можем заработать биткоины бесплатно абсолютно. Нам надо ввести капчу. Давайте вот сейчас вот на ваших глазах ее введу. Вот она такая вот движущаяся, да, прикольно все. Вот я ее вводу. Ой, точнее ввожу. Мы нажимаем кнопочку Jet Faucet Revet. И... страничка обновляется. Что мы видим? Что на сегодняшний день я уже дополнительные бонусы свои получал, да. То есть мне сейчас вот сегодня не положено. То есть раз в сутки, если мы заходим сюда, то мы приблизительно получаем 1800-1600 биткоинов. То есть, ну, все зависит от курса. Итак, вы заходите, регистрируетесь на сервисе YoBot. Это сервис облачного майнинга, проверенный временем. Он немного денег приносит, скажу вам честно. Он приносит вот какие-то копеечки, да. То есть вот на сегодняшние сутки, да, он мне там сгенерировал за сутки где-то всего лишь 12 центов. Ну, это не за сутки, может быть, там, часиков за 5, за 6. Но, тем не менее, как бы вот, вот так. Тоже мелочь, но имеет место быть. Дальше. Вы заходите сюда и используете этот сервис не просто как сервис облачного майнинга, а как мультивалютный кошелек. Потому что криптовалют бывает огромное, преогромное множество. Да, вот здесь уже 2, 4, 5, 6. 6 умножить на 2, 3, 6, 3, 18, 19, 20.
ну, вот тут уже вот на этой страничке, да, на Яоботе уже 20 вариантов криптовалют. А дальше, если вам надо создать кошелечек, то вы заходите в вкладочку «Депозит». Вот такая синюшка, да, со стрелочкой вниз. А дальше прокручивается чуть-чуть вниз. И дальше вы нажимаете кнопочку. Вот видите, у меня вот генерация, да? Генерация. Нажимаете кнопочку, да, после этого у вас появляется вот какой-нибудь кошелечек. Вот типа такого, который уже у меня есть. А дальше, после этого, если вы хотите денежку забрать, то вы нажимаете Windraft. И дальше здесь вводите кошелечек свой, куда вам надо зачистить какую-то сумму денежек. Вводите свой номер кошелька, а дальше сумму, нажимается автоматическая оплата. То есть как только ваш баланс достигает, ну у меня в частности вот 0.001, да, то есть когда вот здесь будет еще немножко больше чуть-чуть биткоинов, не выделяется. Ну ладно, не будем туда. Видите, оно тут все двигается, да, и поэтому как бы вот сложно определить. Да, но тем не менее, двигается такой довольно-таки симпатично, довольно-таки интересно. Да, видите, вот с каждой секундой, да, ваше количество денежек увеличивается. Ну, ваше не ваше, да, пока мое. Но если вы подключитесь к этому сервису, а по ссылочке, которая будет под этим видео, ваша сумма денежек тоже будет регулярно увеличиваться, вне зависимости от того, включен ваш компьютер или же нет. Дальше. Вы создаете себе несколько кошельков. Вот здесь на этом сервисе, как я уже рассказал, через вкладку «Депозит». Потом дальше, когда вам надо будет выплатить, вы нажимаете кнопочку «Виндрафт» и нажимаете вот эти вот кошелечки. Кошельки регистрируем на сервисе, например, вот блокчейн. Точка инфа. Сейчас я вот глотну немножко вот кофейка, потому что уже время такое уже позднее. Уже скоро надо вставать всем, а я тут еще сижу за компьютером. Уже полпятого, полпятого утра, 30 сегодня октября, кстати, полпятого утра, да, а вот я все сижу еще, не доделал некоторые вещи. Хотел записать одно видео, как я делаю вклады и покупаю облачный майнинг, но мое видео, к сожалению, почему-то не записалось. Компьютер сдох. Ну, я говорю, как есть. И все. И я поэтому сейчас перезаписываю это видео, ну, уже постфактум. Вот эта вот сумма, это было мной оплачено. Вот давайте вот кнопочку нажму, да, это было 0.1 биткоин, да, это было 32 доллара. Я оплатил четвертый контракт на сервисе, который называется Scripsy. Здесь есть варианты, 4 варианта покупки облака. Ну, облако это такая штука, которая у вас генерирует вот эти денежки, да, и они постоянно у вас вот тикают наподобие, как вот на Яоботе, да, вот давайте вот, вот так вот, чик-чик-чик-чик-чик. Вот такая вот прикольная штука. Итак, я купил несколько контрактов, на сегодняшний день это 4, давайте я покажу, какие они. Вот, мы, первый контракт был 13 числа, второй контракт тоже 13, 3, 14 был. Прошло какое-то время, да, у меня уже насобиралась какая-то денежка, да, и я уже на эту уже заработанную денежку уже приобрел, скажем так, бесплатно, да, и еще четвертый контракт. Вот видите, вот по 0.1 биткоину я оплатил, и каждый контракт, он дает нам возможность покупки мощностей в размере 100 гигахэшей. То есть у меня сейчас, грубо говоря, 400 гигахэшей. Учитывая, вот здесь вот есть кнопочка бонус лояльности, на четвертом контракте у меня еще дополнительно 15% бонусов идет на мощности. То есть 400 гигахэшей плюс еще 15%, это получается там чуть больше, чем 400. Можете посчитать точно. Итак, какие же выплаты у меня идут от Scripsy? Вот давайте вот, чтобы вы были, ну, чтобы не быть голословным, да, у меня есть кнопочка такая в кошельках. Каждый канал у меня отдельно отслеживается. Вот вы можете видеть,
откуда у меня приходит денежка. Сейчас здесь есть в основном все по нулям, да, потому что вот я общую сумму взял, закинул туда, и сейчас у меня тут ничего не видно толком. Но если мы зайдем сюда, например, с Кейпси, какие они платежи? Вот, кстати, вот они вот буквально сейчас, вот буквально вот несколько минут назад, вот еще отправили мне такую сумму. Это 0,81 доллара. Вот. То есть каждый день этот сервис мне отправляет по 0,8 долларов. И это прикольно. Дальше давайте зайдем на Genesis Mining. Ссылочка тоже будет под этим видео. Итак, мы заходим сюда. Genesis Mining. По 0,12, по 0,13, по 0,13, по 0,14, 0,16, 0,13, 0,14. Ну, короче, там где-то вот 0,13, 0,12. Иногда даже 0,14. То есть каждый день мне постепенно вот капает такая денежка. Да? Но, опять же, давайте возьмем точно, чтобы не быть голословным. Эта отправка была 30-го, то есть 10-го месяца, 30-го числа. 29-го числа у меня была вот эта отправка и вот эта отправка. То есть 29 числа мне было отправлено 0.12 плюс 0.13. Это будет 0.25. 0.25 долларов. Каждый день на протяжении, и это будет на протяжении 5 лет. Ну, по-моему, прикольно. Если вам интересно, можете тоже подключаться. Ссылочка на этот сервис и код, благодаря которому вы можете сэкономить, там есть определенный процент скидки, я отправлю, ну, я укажу прямо под этим видео, поэтому, если вам интересно, подключайтесь. То есть 25 центов каждый день на автомате вы можете заниматься своими делами, а они вам капают прямо-таки на счет. Итак, что у нас еще есть? Ну, у нас есть еще вот, вводим из EOBOT. То есть вот этот вот сервис, да, вот, который я вам сейчас показал, какое количество денег он генерирует. Давайте мы посмотрим. Это. Давайте вот я закрою пока сейчас, чтобы я не перепутал. Вот, выводим из EOBOT, вот, и мы попадаем на вкладку от EOBOT. Так, каждый день, то есть это было 29, 25, 21, 18, 18, 19, 20, 21. То есть, ну, каждые 3 дня этот сервис вводит 0,3 доллара, да, то есть 30 центов. То есть, грубо говоря, каждый день там по 10 центов он генерирует. Ну, прикольно. Объясню, как это происходит. Вот видите, сейчас курс биткоина 321 доллар. Кстати, между прочим, буквально вот несколько минут назад курс биткоина был 320 долларов. Прямо на ваших глазах он увеличился еще на 1 доллар. Такого не происходит ни с одной мировой валютой. Поэтому биткоины — это круто. Также их можно выводить на, ну, грубо говоря, на тот же... Те же WebMoney, это VMX, то есть есть VMZ, это доллары, VMB, это белорусские, VMR, это российские рубли, и VMX, это биткоины. То есть все очень просто, есть сервисы, которые просто конвертируют эту валюту и приводят туда, и вы можете потом с того же WebMoney брать и переводить себе на карту. Итак, давайте посмотрим, что у нас происходит. Ну, давайте вот зайдем вот на аккаунт, да, кнопочку нажмем и посмотрим по поводу мощностей. То есть, какие у меня сейчас мощности здесь есть, которые генерируют вот по 10 центов в сутки на автомате на протяжении 5 лет они будут это все генерировать. То есть, у меня сейчас 104 гигахэша 2.0 и есть немножко еще гигахэша 3.0. Они пока еще не в работе, они где-то будут через полгода только запущены. Они пока сейчас вот еще только подготавливаются. Итак, у меня здесь получается в час, в день. Ну вот в день у меня получается здесь так и написано, да, что вот у меня генерируется каждый день где-то вот 12 центов. В месяц тут будет 3 доллара, да. Это небольшие цифры, согласен, но...
они работают у вас на автомате. Вы один раз это запустили, и каждый день вам денежка капает на счет. Учитывая, какие темпы с ростом биткоина сейчас происходят, то есть за месяц биткоин подорожал с... Вот когда я только подключился к этой теме, я вообще не понимал, что такое биткоин, что такое криптовалюта, и вообще не разбирался вообще в этом. Вот, я целый месяц разбирался, подключался, что-то там майнил, что-то там криптовалютил, и так вот за это время из $245 сейчас, между прочим, видите, на ваших глазах биткоин уже стал стоить $323. А буквально вот, вот я начал, когда с вами разговаривать, он стоил 320. То есть на $3 он уже подорожал прямо на ваших глазах. И вы еще думаете о том, что стоит ли этим заниматься. Ребята, ну вы меня просто удивляете. Вот мне столько людей удивляет, вот инвесторы, да, которые вот занимаются инвестициями. Ну замечательно, хорошо, да, много вещей интересных есть, да, но есть просто криптовалюта, которая... Для которой это не просто. Давайте вот объясню, что такое криптовалюта. Это получается целая индустрия. То есть вся Япония работает на производство асиков. Асики — это такие устройства, которые генерируют эту криптовалюту. Если хотите почитать об этом подробнее, то можете погуглить в интернете, или же в Яндексе посмотреть, или же в Гугле посмотреть. На здоровье. Но на ваших глазах происходят такие вещи, вот прямо я вам показываю, да, что буквально вот в начале видео вот отмотайте, был курс 200-320, сейчас уже на $3 биткоин подорожал. Если вы не верите, просто забейте в Яндекс или в Гугле, да, курс криптовалют, курс биткоина. И вы увидите, к своему удивлению, да, что на тот момент, когда вы это будете смотреть, он почему-то вот не такую цифру, да, стоит, да, а почему-то он стал дороже. Кстати, когда-то он стоил в свое время там, ну, вот, в общем, это самое. Он когда-то стоил вообще копейки, центы, а после этого он начал дорожать. Итак, дальше. Я самое главное не рассказал, и сколько у нас времени уже? 17 минут. 17 минут я уже вам рассказываю, но я главного не рассказал. Итак, я закупил вот на этом сервисе, Scripsy, три контракта. Вот давайте я вам покажу. Bing. Три контракта. Точнее, четыре уже сегодня. Вот сегодня последний. Закупил четвертый. Дальше буду продолжать тоже закупать. Четыре контракта по 0,1 биткоину. Каждый, который стоит. И каждый из них весит 100 гигахэшей. И каждый этот контракт в сумме вот... Три контракта мне приносят каждый буквально день. Давайте я зайду, покажу вам еще раз мои транзакции. Вот. Вот. Каждый день мне приносит вот на Scripsy, да, $0.83. Это только на Scripsy, да? Можете посчитать, сравнить. Вот давайте я вам сейчас открою вкладочку, да? 29 числа. То есть, чтобы вот точно у вас было за день, за предыдущий. То есть, вот 29-го, здесь, вот. Уже, а вот дальше 28-го, 27-го. Итак, вот эти вот посчитайте цифры, да? И вы приблизительно будете понимать там всю картинку, которая есть. Вот, видите, вот дальше 27-го, 26-го, да, вот, 25-го. Просто посчитайте эти суммы, умножьте на курс биткоина 320. Обалдеть! 324,06. Не, ну вы это представляете? Вот прямо на ваших глазах. Вот давайте еще раз обновлю страничку, да. $324 подорожал биткоин. Обалдеть. Шикарно. Как классно, да, что я все-таки успел закупиться. Ах, по хорошей, отличной цене. Здорово. Ребята, ну вот спешите, да. Ну, не надо в носу ковыряться, да. Я оставлю ссылочки на регистрацию вот на этих всех площадочках. Вот прямо под этим видео.
Регистрируйтесь. Если вы хотите вот бесплатно заработать, да, есть отличные сервисы, которые генерируют биткоины, да. Это Free Bitcoin. Также есть еще такая площадочка, как Free Dogecoin. Давайте. Free Dogecoin не отображается, да? Ну ладно. Тоже оставлю вам вкладочку, да? То есть вот у меня сейчас тут 7800 биткоинов, да? Тут каждый час можно нажимать кнопочку Claim Your Free Bitcoin. И вот я нажимаю ее, и мы будем сейчас, я покажу, как зарабатывать бесплатно эти биткоины. Каждый биткоин, вот я вам уже показал, да, что он каждую вот минуту буквально, да, он дорожает. Я когда-то думал тоже, да, что это какой-то лохотрон, там, чушь какая-то полная, да, но... Так, глотнул еще кофе, потому что немножко горле пересохло. Думал тоже, какой-то лохотрон, там, полная чушь, но на самом деле, оказывается, это совсем не так. Вот, дальше, когда мы посмотрели, например, вот рекламка сверху, да, снизу, здесь будет такая кнопочка, называется «Я не робот». Вы нажимаете здесь галочку. Дальше здесь или же появляется капча, или же не появляется. Сейчас мы посмотрим. Если появляется капча, вы ее отгадываете. Потом нажимаете кнопочку Roll. И вы выигрываете какое-то количество биткоинов. Это все бесплатно. Дальше вы их можете отправлять на сервис EOBOT. И дальше его за... Как бы это вам сказать? Запараллелить вместе вот с cloud майнингом. Как вам надо сделать? Здесь вы нажимаете вкладочку диверсифици, и здесь будет проходить диверсификация, да, то есть у вас будет поочередно майниться то биткоины, то само облако. Чем лучше будет ваше облако, видите, вот у нас написано майнинг биткоинов и майнинг облака. То есть окей. Нас это устраивает. Мы нажимаем вкладочку «Аккаунт», переходим сюда, да, и видите, вот здесь вот майнинг диверсифицированный, да, то есть сначала минут 10 будет майниться биткоины, потом облако, потом опять биткоины, потом опять облако. И чем больше будет облако ваше, вот у меня сейчас 104 гигахэша, тем быстрее будут майниться ваши биткоины. Кстати, цифра уже, как видите, 324 и 24. Все растет прямо на ваших глазах. Вот пока я снимаю это видео, давайте я вам еще раз покажу, какое сейчас время, какая дата. Сегодня 30 октября. Почти что 5 часов утра. Вот. Да, мне не спится. Но я надеюсь, что я снимаю для вас полезное видео, да, и вам оно понравится. И вы начнете наконец-таки действовать. Итак, мы возвращаемся, как добыть бесплатные биткоины. Итак, мы заходим на Free Bitcoin. Ссылочка будет опять под видео. Нажимаете «Я не робот». Нажимаете кнопочку Roll. И вы получаете 620 биткоинов. Вот здесь вот видите, цифра, вот эта, она автоматически увеличилась. Все очень просто. А вот этот Genesis Mining, да, вот где вот здесь рекламируют, да, я там тоже получаю какую-то денежку. Давайте я вам покажу, что мне приносит Genesis Mining. Итак, давайте вот заходим на вкладочку «Получить деньги». Genesis Mining мне приносит... так, мне приносит... Так. По 12... 12 и 0,13 там по... А, ну я уже говорил, да, 25 центов в день. То есть 25 центов в день приносит Genesis Mining. Сколько там приносит Крипси, да, сколько там приносит EOBOT, кто-то другие какие-то вот вещи, да, приносит, да. Это все очень здорово, классно, замечается. Рекомендую просто вот взять и разобраться с этой темой. Для начала возьмите, зарегистрируйтесь под теми ссылками, которые прямо под этим видео. Зарегистрируйтесь там, попробуйте хотя бы добывать сначала бесплатные вот эти вот биткоины. Вот видите, вот каждый час тут вот
таймер стоит, да, через какое время вы можете еще раз добыть там такое-то количество бесплатных биткоинов. И после этого добро пожаловать в наш мир, мир криптовалют, которые добываются прямо в интернете. Причем их можно добывать бесплатно. Самый оптимальный вариант для домохозяек, для каких-то студентов, например, вот для тех людей, которые просто вот сидят за компьютером, да, у них есть несколько минут, они зашли, например, на FreeBitcoin, нажали кнопочку, заработали там денежку, отправили ее на EOBot, подключили себе, вот, закинули ее на облако, которое будет вам майнить дополнительно криптовалюту. Видите, вот как быстро растут цифры, да? Ну вот не выделяется, да, но вы сами видите, да, то есть, ну, поэтому и не выделяется, да, что я в режиме онлайн, да, я не, это не скриншот какой-то там, это не фотошоп, это вот реально вот то, что сейчас происходит прямо на ваших глазах. Поэтому добро пожаловать в мир облачного майнинга, в мир криптовалют, которые растут прямо на ваших глазах. 324.24, давайте сейчас мы попробуем обновить. Ну, по-моему, уже за это время, буквально за... Сколько мы времени снимаем? 26 минут. Мы с вами снимаем это видео 26 минут. За 26 минут... О! 1024.50. Обалдеть. Ребята, подключайтесь. Вы долго это будете ждать? Это реальные деньги. Биткоины, они признаны даже в вебманиях. То есть в вебманиях специально есть VMX... равный, это такой вот вариант электронных денег, VMX равен 0,01 биткоин. Их можно выводить на карту, их можно выводить на WebMoney, их можно выводить на Prefect Money там, и так далее, так далее. На все валюты их можно обменять. Зарабатывать. Ну, на этом все. Уже видео превышает тот лимит, который я обычно делаю для вас, для наших зрителей, уже 27 минут. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если вам что-то непонятно, пишите под этим видео свои вопросы. Я обязательно на них отвечу. Дальше, регистрируйтесь под данными аккаунтами, да, по тем ссылкам, которые я давал, и поверьте, каждого из вас ждет бонус. Те, кто зарегистрируется на EOBot, то каждому из вас я дам бесплатно 50 доджекоинов. Вот здесь вот один есть, да, но я ж могу его сейчас подключить, например. Вот смотрите, сейчас я на доджики перейду, чик, и мы сейчас переходим на генерацию доджиков. Вот видите, с какой скоростью мы генерируем доджики. И каждому из вас, давайте вот я сейчас поставлю на доджики, да, и у вас будет буквально вот две недели, да, для того, чтобы поучаствовать в этой акции. Каждому из тех, кто зарегистрируется по той реферальной ссылке, которая прямо под этим видео, каждому я отправлю 50 доджикоинов для того, чтобы вы могли, во-первых, увеличить свое облако, да, и начать майнить эту криптовалюту. Это бесплатно, таких акций никто больше не проводит, поэтому просто берите и действуйте. Видите, генерация доджиков тоже проходит довольно-таки быстро. Я вот на эту генерацию сейчас поставлю наш штифлес EOBot. Именно для участия, для вашего участия в этой акции. Так что подписывайтесь. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Когда вы зарегистрируетесь по этой ссылке, да, дальше дадите мне вот свои данные аккаунта. То есть юзер, номер такой-то. Вот эту вот ссылочку берете, копируете, нажимаете копировать, да, и отправляете мне прямо под этим видео. С пометочкой, да, что я ваш реферал, хочу получить бонус. 50 доджикоинов. И каждому из тех, кто зарегистрируется, я отправлю 50 доджикоинов. Видите, вот у меня уже был один доджикоин, уже два. Да, вот пока мы с вами говорили за буквально там 2 минуты.
За 2 минуты один доджик появляется. По-моему, прикольно. На этом все. 29.54. Пора заканчивать. Итак, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. И, конечно же, регистрируйтесь в этих сервисах. Ссылочки все под этим видео. Пока-пока.